Курс на выходные. В этот уикенд погода не побалует кировчан. В городе пройдут дожди, ожидается сильный ветер. Идеальный для отдыха на природе погоду не назовешь. Однако ненастье на улице – повод заняться другими делами. Наш корреспондент Екатерина Новоселова узнала у кировчан об их планах на грядущие выходные. Отдохнуть и на работу. Весело. С музыкой. И вкусно. Учиться на смартфоне. Разговаривать. Сын купил на день рождения смартфон, а я не знаю, как с этой игрушкой поступать. Я ж не хочу от вас отставать. Мы собираемся с друзьями уехать с палатками. Шашлыки жарить, купаться, если погода позволит. Планы быть семьей, отдыхать. Ну, возможно, съездить в Порошино с семьей, с детьми. Ну, у нас завтра мероприятие у дочери. Мы узнаем пол будущего внука или внучки. День рождения отмечаю. Родственников не буду, будут близкие друзья и молодой человек. Танцевать, кушать. Сад поехала. Отдыхать будем. Шашлыки жарить. Ой, пойти на работу. И на работу со всей выходные, суббота, воскресенье. Я планирую сходить в клуб с моими подругами, отметить мое прошедшее день рождения. Гулять буду, конечно, с подругами. Съезжу с мамой на дачу, погуляем там с кошкой. С друзьями встретиться. Отдыхать, мясо жарить. Дача. Дача, огород, праздновать день рождения внука. Переехала из одного города сюда. И будем, в общем, разбирать мешки. Отдыхать, веселиться в свое удовольствие.